Всем привет, Андрей, на телеканале «Россия». Всем добрый вечер. Сегодня лучшие, душевные, любимые песни будут звучать по вашим просьбам здесь, в нашей студии. И эту программу мы проведем вместе с исполнительницей самых душевных песен Раисой Отрадной, которая стала вашей любимицей. И она откроет наш вечер с песней «Мужики». Дорогие друзья! Дорогие друзья! Поем со мной! Поддержим Раису! Пожалуйста, я вас очень прошу! Не хочешь в нем, ты влюбилась опять, а он не может все понять. Мужикова надо любить, мужикова надо ценить. Он мужчина хоть куда, а ты все смотришь не туда. Мужикова надо любить, мужикова надо ценить. Он мужчина хоть куда, а ты все смотришь не туда. Встаем, встаем! Как за каменной была бы ты его женой. Не хочешь слушать никого другого, любишь, вот и все. Мужикова надо любить, мужикова надо ценить. Он мужчина хоть куда, а ты все смотришь не туда. Мужикова надо любить, мужикова надо ценить. Он мужчина хоть куда, а ты все смотришь не туда. Хочу правду точку навсегда. Мужикова надо любить, мужикова надо ценить. Он мужчина хоть куда, а ты все смотришь не туда. Почему пришла беда? Это что за ерунда? Она выбрала его, и мне не сделать ничего. Мужикова и Дятлов на подтанцовке у вас. Да. Все женщины страны могут только мечтать.